Несколько поколений жителей сельского поселения Молоковское собрались у памятника воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Открыл митинг глава поселения Эдуард Арадушкин. Мы помним, какой ценой завоевана эта великая победа. В нашей стране нет такой семьи, которую бы не опалила война. Этот всенародный праздник стал символом воинской славы России, олицетворением героизма бойцов, полководцев, тружеников тыла. 433 жителя Молокова погибли, защищая родину в годы войны. В 1974 году на общие сборы жителей села Молоково и на деньги, выделенные колхозом имени Горького, был создан памятник землякам, не вернувшимся с полей сражений. Многие из фамилий, высеченных на граните, в поселении на слуху. Ныне здесь живут внуки и правнуки, павших в боях за родину. Спасибо моему деду за то, что я сейчас стою здесь, за то, что говорю слова благодарности. Он погиб, защищая Москву, наши дорогие ветераны. Низкий вам поклон. Вы просто светоч нашей жизни. Память о войне хранят не только памятники и обелиски. Фильмы и книги, стихи и песни увековечили историю героизма русского народа, передавая эту славную историю с поколения в поколение. Слава пожарам и тотали.